Вот знаете, я никогда не думал, что мы дойдем до такого, когда я начинал делать какую-либо ностальгию, но эта игра — это просто что-то, что, как мне кажется, обязано быть на этом канале, в этой рубрике, потому что «Розовая пантера» — право на риск. Вот те, кто понимает, что это, те, мать твою, понимают, что это. Это настолько шедевральная игра. Это было куча игр по «Розовой пантере», и квесты это были, и там даже раннеры какие-то, где надо было тоже что-то делать, убегая там от каких-то мужиков, там на PlayStation 1 еще. Но вот эта игра просто... Я не знаю, сколько я в нее играл. То есть я проходил ее 13 тысяч раз. Я не знаю, почему, я просто ее перепроходил миллионы раз, потому что... Просто потому, что мне нравилось. Я не знаю почему, но да, даже сейчас я в какой-то момент просто вспомнил про существование этой игры, вбил где-то там на Ютубе или в Гугле ее название и просто... Хотя нет, я не помнил ее название, я просто вбил «Розовая пантера игра». Я ее нашел, и первая же ссылка, которая у меня была... в общем-то, мною найдена, она приводила к главному установщику, и твою мать! Оно работает! Плевать, что оно работает в 640 на 480. Это вообще ни о чем сейчас не говорит, потому что сегодня мы с вами будем играть в игру, в легендарнейшую игру, и никакие там... Ваши вот эти дефстрендинги, Человеки-пауки, там Red Dead Redemption, они рядом там не стояли. Вот, игра тысячелетия. Возможно, я говорю это в каждой ностальгии, но это не важно. Вот это просто... Муа. Тут даже озвучка та самая просто. Давайте просто начнем, и вот реально, те, кто понимают, вот просто же понимают. Спасибо, что пришли так быстро. Это очень важное задание. Поэтому я вызвал именно вас, Пантера. Может быть, что-нибудь выпьете? Не буду кривить душой, Пантера. Вас будут подстерегать опасности. Такие опасности. Вполне возможно. Вас не ждет слава, Пантера. Работа, работа, долгие часы, темные ночи. Я не боюсь темноты, инспектор. Думаю, вам это известно. Придется иметь дело с влиятельнейшими политиками мира, каждому из которых не более 11 лет. Что-то я не совсем понимаю. Они молоды, очень молоды. Речь идет о детях, но это не простые детки. Некоторые из них — сыновья и дочки дипломатов и премьер-министров. Другие занимаются политикой, защитой природы, наукой. В общем, очень непростые дети. Но всех их объединяет одно. Так, и что же это? Они умные, очень-очень умные. Особенно вот этот. Я верю, дети — наше будущее. Дать им хорошее образование и вперед! Какое заманчивое будущее. Эти дети — отличная мишень для террористов. Надо присматривать за ними, охранять и доставить их домой в целости и сохранности. Быть при них нянькой. Отнеситесь к этому очень серьезно. Мы говорим не только о мировой политике, но и о летнем лагере. Летний лагерь? Посылаете меня в летний лагерь? Это не просто лагерь. Он называется «Звонкое эхо-хо». Звонкое эхо... что? Эхо-хо! Эхо-хо! Не огорчайтесь, инспектор. Если что-то случится, если деткам будет плохо... Их влиятельные родители сойдут с ума. Мир во всем мире будет под угрозой. Мир во всем мире? В тартарары. Это может разжечь новую мировую войну, ни больше, ни меньше. Нельзя терять ни минуты.
Дети приезжают в лагерь сегодня. Каждому из них предоставлен личный самолет. Покажи мне мой самолет, и я исчезну. Небольшая проблема. У нас нет самолета. Обижаете. Я сообразительный малый. Просто дай мне адрес, а я уж как-нибудь разберусь. Боюсь, это совершенно секретная информация. Никто не должен знать, где находится звонкое эхо-хо. Даже вы. Понятно. А как я, по-вашему, попаду туда? Воспользуемся нашим секретным волшебным каналом. По волшебным каналам? Ни за что. В прошлый раз я после этого 3 дня в себя приходил. Вся шерсть чуть не выпала. Рот был как ватный. Не хочу никаких волшебных переносов. Никогда. Я просто хочу убедиться, что между нами достаточное расстояние. Вы у меня в долгу. В большом долгу. Да-да, согласен. Лечу. Какой замечательный лагерь. Кажется, меня сейчас стошнит. У меня такая слабость. Мне необходимо ощутить твердую почву под ногами. Если Богу угодно, чтобы я летала, Он должен был дать мне крылья. Но... Я говорю о больших металлических крыльях, как у самолета. Вы меня не видите, но с меня сейчас сыпется просто песок. Как в игре Джорни, вот. Вот, примерно так. О, розовая пантера, добро пожаловать в звонкое эхо-хо на первую ежегодную детскую конференцию. Дети со всех концов планеты будут обсуждать здесь проблему сохранения мира. Да, я слышал, это замечательно. Ты уже видел кого-нибудь из наших многонациональных, но одинаково одаренных питомцев? Пока нет. Так в чем же дело? Оглядись, мы рады, что ты с нами. Мы очень рады. Я даже не знаю, что говорить. Это просто вот это все. Это пипец. Это такой вообще. Я не знаю, у меня флешбеки, типа. Ну, это нормально, как бы, наверное. Но. Это просто. Это та игра. Посмотри вокруг себя. Самое интересное, я как бы помню, что тут надо делать везде досконально. Исследуй! Исследуй, пантера, исследуй. Фон Шляпен? Розовая пантера! Это я, твой старый друг Фон Шляпен. Я здесь. Мне жаль, Шляпен. Попробую вытащить тебя оттуда. Ой, что-то не получается. Что-нибудь придумаем. Что-нибудь, да. Блин, я не могу. Вот эти все самолеты. Каждый из этих самолетов, он, ну, типа, используется. Там разные задания. Я не знаю, ну, это... Наличный ключ. Это просто... Я не помню, сколько мне было лет. Вообще. Но вот сейчас мне столько же. Не знаю, 5. Прошу тебя. Ничего не изменилось. Найди что-нибудь, чтобы помочь мне выбраться. Так, как-то здесь можно открыть, короче, инвентарь. О. Я же говорил, что вытащу тебя. Слава богу. Как давно мы не виделись, друг мой, как давно. Я даже не мог себе представить, что ты здесь. Конечно. Мне нужно было превратить это место в страну чудес для детворы. А ты еще не видел мои потрясающие изобретения? Суперпоглотитель — только одно из них. Не возражаешь, если мы разложим все это по местам? Я, знаете, никогда не думал, что вот мне понадобится прожить
типа, еще там, после того, как я поиграл и прошел первый раз эту игру, что мне придется прожить, типа, еще лет 15, для того, чтобы просто понять, что эта игра пропагандирует наркотики. Но это нам не помешает. Абсолютно. Молодец, Пантера. Я рад, что ты здесь. Смотрю, ты нашел мою аэродоску. Знаешь, на ней можно летать. А ты видел мой чудо-прибор? И еще нет. А что это? Одно из моих лучших изобретений. Выбираешь время года и, пожалуйста, свежее зимнее утро. И совсем не холодно. А? Правда? Здорово! Можно я попробую? Это потрясающе! Здорово! Да, кстати, но строго между нами. Это секретный код, открывающий вход в подвал. О чем вы там шепчетесь? Я сказал, что успех звонкого эхо-хо ударил мне в голову. Да, действительно, большой успех. Ае. Еще рано открывать шампанское. Этот музон. Я из Большого Совета лагеря. Большой Совет, бежи! Наша комиссия будет проверять вашу работу. Мы должны быть уверены, что детям хорошо. Все ваше оборудование должно соответствовать строгим стандартам безопасности. Повторяю, мы пришли проверить вашу высокотехнологическую ерунду. Где это все? А в смысле? Вот, смотри, на, вот тебе высокотехнологическая ерунда. Можно я? Можно я? На. Видели когда-нибудь аэродоски? Какая еще аэродоска? Это скейтборд, который летает. Его предельная грузоподъемность... Отлично работает эта штуковина. Прекрасно просто. Вот это башмаки на пружинках. Тут, да, тут есть всякие проблемы, но башмаки это просто уже вот со звуком. Башмаки на пружинах. Это просто... Ясно. Башмаки на пружинах, как мило. Ничего, если мои люди поближе ознакомятся с ними. Только убедитесь, что поставили программу для начинающих. Для начинающих? Не смейся. Давай-ка заводи на всю катушку, а там посмотрим. Заводи! Опа! Эти ребята будут улетать так, всю игру. Хорошо, но предупреждаю, один просчет, и я закрою вашу лавочку. А где же Луи? Где Луи? Будем считать, что вы нас предупредили. Не умничай, Пантера, терпеть не могу умников. Вы предпочитаете тупых пантер, босс. Заткнись. Простите, босс, я же ничего не сделал. Так-с, а что в этом подвале? Запчасти всякие, но он закрыт на кодовый замок, а код мне неизвестен. Так и запишем. Нет кода. Ну ладно, можете работать, а мы отправимся на поиски Луи. Но мы не прощаемся. От этого парня жди одних неприятностей. Это точно. Пойду к себе, почитаю решение Большого Совета лагеря. Постучите, если я вам понадоблюсь. О, отличная мысль. А я тем временем сделаю себе легкую очищающую маску из киви и цитрусовых. Моя кожа в ужасном состоянии. И если что, я буду у себя. Хорошо, не беспокойтесь, я как-нибудь сам справлюсь. Мы не справимся.
Ни в коем случае. Нам сначала надо, по-моему, с этими детьми всеми поговорить, только потом идти в подвал. Ну вообще, мы сходим в подвал. Тут такая дичь будет происходить в конце, это просто жесть, то есть тут как бы такая игра, что, знаете ли, опасно все. Всегда можно найти время для рыбалки. Реально, сюжет здесь просто больной. Не, ты чё, открой. А, или там потом что-то будет лежать, точняк. Все, нам... О, я свернул игру, верни! Вот это опасно меню открывается верхнее. Так. Ну, поехали. Привет! Меня зовут Чион. Я из Египта. Мое имя переводится как «Дочь Нила». Я обожаю скорость! Мой папа – посол. Его зовут Адольфо. Я умею писать иероглифами. Правда? Меня зовут Розовая Пантера. А что это такое? Большой кот, объевшийся малиновым вареньем. Меня зовут Кьюмо Кен. Я коренной житель Австралии. Мне всего 9 лет, но я уже лечу людей моего племени лекарственными травами. Я знаю все о природе. Мой тотем – крокодил. Держи в курсе, парень. Совершенно не хочется плавать. Ты придурок, что ли, розовый? Сейчас я угадаю. Это звонкое эхо-хо. Как тебя зовут? Это юный, очень одаренный юноша из Пекина. Ну, разумеется, не более и не менее одаренный, чем другие способные ученики. Ну, в общем, ты меня понял. Прошу меня извинить. Не более. Конечно. Мое имя Индран. И я независимая женщина Индии. Тут такие рофлы иногда бывают. Равные права с мужчинами. И я буду бороться за то, чтобы мои дочери жили достойно. Я очень люблю древнеиндийскую мифологию. Мое имя Индрани означает небесная богиня. Женщина, ты немного рано начала гнуть линию. Ну ладно. Знаешь, где находится Бутан? Так вот, я оттуда. Так вот и я не знаю. Я буддист и живу с монахами в монастыре. У меня очень много друзей по переписке из разных стран. А теперь будет еще больше. Запомните обязательно вот этого парня. Вот этого парня, который последний остался. Это кадр. Совсем познакомился. Даже с крошкой Найджелом. Он застенчивый ребенок, но тебе надо как-то растормошить его. Почему-то надо дать ему удочку, я не знаю почему, но... Привет, ну, не дать, тебя зовут? Меня зовут Найджел, я из Англии. Я не знаю, зачем нам для этого удочка, короче. Пацифист. Пацифист. Я очень аккуратный, я отношусь ко всем с любовью и с уважением. Я впервые в лагере, и поэтому прошу не смеяться надо мной. Ты любишь рыбалку? Это когда убивают рыбок. Мы не станем их убивать, мы выпустим их обратно. Ну им, наверное, больно попадаться на крючок. Думаю, да, но самую малость. Это как крошечный слабенький укольчик. Ой-ой, ой, как больно, ну что я тебе сделала? Укольчик, да? Прости меня. А если я подцеплю тебя на крючок, тебе понравится, а, приятель? Никогда больше не буду ловить рыбу. У тебя есть шанс исправиться, милитарист. Принеси свою смертоносную палку мне, и я позабочусь, чтобы никто больше от нее не пострадал. Смертоносную палку? Удочку. Да, конечно.
Это еще не все. Интересно, хотя совсем не так, как в моей стране. Я бы очень хотел когда-нибудь приехать в твою страну. И ты обязательно остановишься у меня дома. Гениальный механизм, не правда ли? Как быстро пролетел день. Пора в постельку, мои обожаемые детки, отбой. Завтра с утра у нас семинар «Знакомство с иностранной культурой». Спокойной ночи, Кьюмакен. Увидимся утром, Найджел. Приятных тебе снов. Спи крепко, Джон. Прекрати хихикать, Юнгли. Спокойной ночи, розовая пантера. Остерегайтесь ночных насекомых, детки. Произошла какая-то подстава просто. Как мы могли проспать это? Ужас. Пантера, встаем. Подвал же, ну, не был, короче, открыт. Ты чё, слепой? И вот теперь... А, да, здесь вот это. Под доской ничего вроде. Да-да, доска в самом конце. Вот это. Здесь этого не было. Ни разу не странная вещь. Все нормально. Просто уходим. Просто увидели какую-то механизированную руку. Все хорошо. Розовая пантера стать человеком. Да-да-да, это оно. Пантера, скажи! С Найджелом случилась беда. Какая беда? Бежим быстрее! Вот этот мой самый любимый момент в этой игре. Во всей игре я это обожаю просто. Видишь, он очень возбужден. 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 Возбужден! Найджел, что тебя так огорчило? Замолчите. Ненавижу это место, ненавижу эти домики, эти озера! Я ненавижу вас, ненавижу этот лагерь! Это грязная свалка! А не мог бы ты... Успокоиться? Хочу домой. В Англию! Англия слышит! Англия знает! Мне здесь невыносимо, это грязная свалка! Свалка, слышите? Похоже. А вот твое следующее слово – преувеличение. Преувеличение? Преувеличение. Преувеличение. Оставьте меня, я вас всех ненавижу. Как ты думаешь, что с ним? Кажется, он произносит по буквам не так резко, как раньше. Ну, зачем ты так? Хочу домой. Хочу домой. Хочу домой. Неужели? Домой? Вот именно. Я не могу с этой озвучки просто. В эту игру играть только с этой озвучкой. Хочу домой. Хочу домой. Хочу домой. Неужели? Домой? Вот именно. Ненавижу. Хочу домой. Позвоните моим родителям. Домой. Так, Ух ты! Ух ты! Надо что-то делать. Большой совет лагеря выгонит нас. Он хочет домой. А если Магомед не идет к горе? Мы займемся Магомедом после того, как позаботимся о Найджеле. Я быстренько смотаюсь в Англию за его любимыми вещами. Он будет счастлив, как моллюск. Ненавижу это место. Хочу домой. Я буду в столовой, зайди ко мне перед отъездом, я дам тебе кое-что в дорогу.
Да, вот тут начинается основная часть игры. Ну, то есть мы, как бы, будут разные проблемы, мы по этим проблемам будем мотаться из одной стороны в другую. Розовая пантера, я изобрел для тебя прибор путешественника. Прибор путешественника? Не просто прибор, а такой персональный пик. Твой пик компактный, твой пик розовый. Это твой портативный информационный компьютер. Повтори, пожалуйста. Он позволяет нам нормально общаться и дает информацию о местах, которые проезжаешь, как раз для твоей поездки в восхитительный Лондон. Сколько бы ты заплатил за такой прибор? У меня никогда не было электронного помощника. $200? $300? Сегодня я даю его тебе. Бесплатно. Знаешь, с помощью ПИК ты узнаешь такое, что ты даже не знал, что когда-нибудь это узнаешь. В общем, много нового. Он расскажет тебе все о любой стране, в которую ты приедешь. Просто жми на кнопки снизу и на стрелки вокруг колеса. Управление проще некуда. Щелкай стрелку, пока не выберешь нужную страну. А теперь щелкай другую стрелку, чтобы выбрать нужную тему. Щелкни кривую стрелку, и не успеешь ты 5 раз произнести «Я очень хочу манной каши», как окажешься на нужной страничке. Щелкни одну из картинок, чтобы перейти на информационные страницы. Какая информация хорошая? Различных фактов, о которых большинство даже не подозревает. Щелкнув правой кнопкой на объект, вы получите ограниченную информацию о нем, но стоит вам увидеть символ ПИК, мигающий внизу, слева, вы можете щелкнуть, напрямую выйти на страничку, которая предлагает гораздо больше информации о том или ином предмете. Говорю тебе, это крупнейшее изобретение с тех пор, как придумали надувную жевательную резинку. Честное благородное слово. Да, но эта хрень на самом деле в основном сделана типа для того, чтобы дети там развивались, узнавали какие-то факты о странах. Ты же не пешком пойдешь в Англию, не так ли? Ну, в смысле, пешком вообще тут недалеко же. Мне здесь не нравится. Хочу домой. Мне не нравятся дети из других стран. Индрани, что мне сделать, чтобы тебе стало лучше? Подойти поближе. Глупая кошка, немного лучше. Она изменилась. Да не, с чего ты взял? И, в общем-то, полетели в Англию. Англия, она вот здесь запрятана. Ее хрен найдешь вообще с первого раза. Тут вообще игра, ну типа для первого там прохождения, ну, для ребенка особенно, она не такая уж-то и простая. Тут в основном, конечно, пиксель-хантинг, но зачастую очень прошу такой неочевидный. Занять ваше место и пристегнуть привязные ремни. Наш самолет готовится к вылету. Мы получили разрешение на вылет. Если вы пристегнете привязные ремни, мы сможем вырулить на полосу. Добрый день, розовая пантера. Вас приветствует авиакомпания Aeroschleppen. Наш полет будет проходить на высоте 12 тысяч метров. После того, как мы выйдем на заданную высоту, вы сможете отстегнуть ремни и свободно перемещаться по салону. Не желаете ли пообедать? С удовольствием. Посадку в Лондоне. Погода так себе, сплошной туман. Компания Aeroschleppen благодарит вас за внимание. За внимание. Ае, вот так выглядит Англия. Не иначе.
Нам нужен этот чувак, не помню зачем. Молди, старейший член парламента. Сегодня он уходит на пенсию. Боюсь, он еще и до середины своей прощальной речи не дошел. Как бы мне хотелось ее сократить. А где же наш мяч? Вот ваш мяч, ребята. Так. Вы ну-ка будете давай. Что-нибудь покупать или нет? Нет. Мы пойдем. О, да, так. Не помню, что здесь делать, сосиска. Привет, красавчик, пивка не желаешь? Нет, я герой мультфильма, не пью. Пиво для полицейского, быстро. Это мне? О, прекрасно. Я из дежурства, понимаешь? By the way, обратите пиво внимание. Пиво для почтальона. Быстро! Кто у нас здесь сидит справа? За газеточкой. Кто же это такие? Каждый день я заказываю это на ланч, а пришло ли им в голову назвать это завтраком почтальона? Нет и нет. Бифштекс, пирог с почками и розовый джин для адвоката. Неси! А, значит, вы и есть адвокат. Работаете над делом? Ну и как? Если бы я работал над делом, то, разумеется, был бы не вправе обсуждать, насколько я близок или далек от победы. Женщина, что заказывает? Не сидите без дела. Грех жаловаться, грех жаловаться. Что у тебя в тарелке? Бенгерсы и толчонка. Бенгерсы и толчонка? А мы так называем сосиски с картофельным пюре. А, понятно. Где мои бенгерсы с толчонкой, девушка? Я раньше него заказал. Скажи, ты не против, если я одолжу у тебя один из этих бенгерсов? А что я буду с этого иметь? Молодец, сынок. А тебе что надо, старик? Сыграем в дартс? Мы с приятелем не играем с незнакомцами. А со мной все в порядке, я такой же, как вы. О, к нам пожаловал клоун. Высокий розовый клоун с хвостом. Объясняю. Ты не знаешь, как меня зовут, а я не знаю, как тебя зовут. Ты не знаешь, как его зовут, а он не знает, как тебя зовут. Так что, мой друг, ты незнакомец. Вот это, знаете ли, обидно. А тебе что? А, ну да, 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 отстань. Сыграем в дартс? Мы с приятелем нет, не надо повторять все это, пожалуйста, так. Она так похорошела, когда бросила его, а он никогда не выглядел так плохо. Подслушиваешь, да? Подслушивать нехорошо. Сплетничать тоже нехорошо. А кто сплетничает? Мы просто рассказываем друг другу новости. Вот именно. А если у тебя нет свежих новостей, то убирайся. Подслушиваешь, да? Подслушиваю. Да у меня нет, на самом деле. Так, нам надо предмет какой-то. Я помню, как оно разруливается, но сейчас надо начать. У нас какой-то предмет должен быть, короче. Нам надо на что-то купить комикс. У меня просто нет предметов. А, надо порыться в мусорке, точняк. Все, смотри, берешь, короче, коробку. Забираешь мяч, как профессионал настоящий. Потом ждешь, когда пробегут футболисты. Прям надо ждать. Когда-нибудь они пробегут. Когда-нибудь они пробегут. И у нас все заладится. Нет, это вот видите, тут еще тайминг надо ловить, вообще поймать. Да, Эд, мой классный мяч, я в команде Хукер. Простите, кто вы в команде? Он в команде Хукер, а я капитан.
Мы готовимся к мировому кубку. Понятно, просто вы сказали, и я подумал, в общем, не важно. Клянусь, мы проиграли в натуре, если б ты не нашел мой клевый мяч. Я тебе хочу отплатить, понял? Ух ты! Это точно! Что-то я застоялся. Пошли. По счастливому стечению обстоятельств, этот товарищ фанат этой команды. Сколько стоит газета, Сан? Это фуфайка Райана Бура? Думаю, да. Глазам не верю. Самого Райана Бура. Мой парень от него без ума. Меняю фуфайку на экземпляр газеты. Так себе звучит. Дружище. Вот, возьми еще и это. Да, газета и комикс. Фуфайка самого Райана Бура. Вот это да. Теперь мы можем разрулить все проблемы в баре. Значит, комикс мы обмениваем на сосиску. Вообще, не, мы, короче, ну типа, газету мы отдаем этим бабёхам. Не помню зачем. Говорят, что королева отмечала свой день рождения на дискотеке. И на ней была диадема с искусственными бриллиантами. Так, так, так. Ну-ка, присядьте. Нам есть о чем поговорить. Ходят слухи, что одна хорошо известная нам особа влюбилась в члена парламента. Не может быть. Влюбиться в твоем возрасте. Кто этот счастливчик? Сэр Болдли, я написала ему любовное письмо и хочу, чтобы вы знали об этом. Мой обожаемый Болдли, я люблю тебя так, как не любила ни одного лысого мужчины в своей жизни. Никто этого не видел. Я не помню, зачем нам... Да. Все нормально, я все помню. Комикс отдаем сюда. Поменяй сэр... сосиску. Сэр Болдли это тот, который нам не дает пройти к чуваку. И вот вы сейчас не поверите, сосиску засовываем в задницу. И нам вот нужен он. Приятель, я тренируюсь, а ты мне мешаешь. Пока что он нам не нужен, сейчас, мы еще не знаем о том, что он нам нужен. Потому что этот чувак нас попросит. Это типа друг Найджела, и он попросит, короче, пойти к этому, там, к дворецкому, что ли. А это любовное письмо, даем лысику. Что это? Срочное послание для сэра Болди. Передайте это мне. Любить? Она любит меня. И лысиками назвал его не просто так, он сэр Болди. Так, до свидания, мой толстячок. Она любит меня. Она и вправду любит меня. И теперь... У тебя плохое настроение? Друг Найджел уехал. Мне нечего делать. Я умираю от скуки. А куда уехал Найджел? В летний лагерь. Звонкое чего-то там. Какая разница? Все равно дурацкое место. Уверен, что там не так уж плохо. Грязная свалка. Уж я-то знаю. Мы с Найджелом ненавидим его. И школу мы тоже ненавидим. Найджел не ненавидит школу, я точно знаю. Поверьте мне, мы все ненавидим. Ладно, твой приятель Найджел оказался на грязной свалке. Что, по-твоему, мы можем для него сделать? Так-с, надо подумать. Прости, я опоздал. Нужно было уладить кое-что. Любишь овощное рагу, да? Пойдем, рука. А как же Найджел? Найди его дворецкого. А, ты его дворецкий, да. Джексон в гадком утенке. Я типа помню, что он дворецкий. Значит, его зовут Джексон. Опять придется пойти в гадкий утенок.
И вот он, тип его дворецкий. Вы, случайно, не Джексон? Да, это я, сэр. Мое полное имя Майкл Катберт Джексон. Но прошу вас, не уговаривайте меня метнуть все дротики в десятку. Не буду, я и сам не прочь это проделать. Кто следующий? Я. Вы играете в дротики? Смотрите сами, если не верите. Неплохо, дружище. Благодарю, Джексон. А Найджел тоже любит дротики? Найджел? А откуда вы знаете Найджела? Я его друг из лагеря «Звонкое эхо-хо». Что случилось с моим маленьким господином? Его кто-нибудь обидел? Нет-нет, я просто решил привезти ему что-нибудь из Англии. Он немного тоскует по дому. Тоскует по дому? Я так и знал. Бедный маленький мальчик. Мой милый Найджел. Как по-вашему, что ему привезти? Думаю, надо отвезти ему Гая. Какого Гая? Его игрушку Гая Фокса. Да, о боже мой. Точно, тут же в каждом, блин, в каждой стране музыкальный номер. Господи, я не знаю, я, типа, это такая ностальгия, что вот это реально ностальгия. Посмотрите на эту рисовку вот этих передних план, ну куда убирали-то? Ты, это просто великолепно. Я с удовольствием прошел бы эту игру полностью. Да она реально, она проходит часов за... часа за 4, за 3. Так на что вы намекаете? Запомни, запомни 5 ноября. В этот день дети сжигают чучело Гая Фокса. И вы мне все это рассказываете потому... Потому что Найджел никогда не сжигает своего Гая Фокса. Он любит его. Мне кажется, что он прячет от смущения. Какая замечательная история. Я привезу Найджелу его игрушку. А где он его держит? Я же сказал вам, я думаю, что он его прячет. Прячет? Прячет. Вы можете мне намекнуть, где я должен посмотреть? Думаю, в загородном доме его родителей. Поищите там. Вы отвезете меня туда? Для мистера Найджела я готов на все. Я уже на работе, приятель. И мне, как дворецкому, не пристало быть с тобой на короткой ноге. А о чем это вы? О, Джексон! Да, значит, что я просто от тебя уйду, закрою ворот. И ты никогда не пройдешь в этот замок. Ладно, в общем-то, мы на этом с вами пока что закончим. Ну как пока что. В общем-то... Я думаю, этого достаточно для выпуска ностальгии. Я говорю, я бы с удовольствием прошел эту игру полностью. Это просто невероятно. 2000, я не знаю, какой год. Не знаю, 4 года мне было, 5, может быть. Ну, максимум 6. Вот, но на этом мы закончим. Напишите в комментариях, вообще, играли ли вы в Пантеру, играли ли вы в какие-либо игры по Пантере, не обязательно в эту. Вот, ну и если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, а мы с вами увидимся в следующих роликах, всем удачи и до новых встреч. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Неужели? Домой? Вот именно, ненавижу. Хочу домой, позвоните моим родителям, домой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой. Неужели? Домой? Вот именно, ненавижу, хочу домой.